В депутатской работе прием граждан, наверное, самый действенный инструмент для того, чтобы держать руку на пульсе жизни, выявлять острые вопросы, находить способы их решения. И когда депутат – человек неравнодушный и заинтересованный, то и его действия всегда во благо жителей. Депутаты районного совета – народные избранники, которым доверено представлять интересы жителей муниципалитета. Славянцы благодаря им получают возможность влиять на принимаемые решения с тем, чтобы содействовать улучшению своей жизни. И депутаты активно участвуют в работе на благо жителей района. Жители города, проживающие около бассейна «Дельфин», столкнулись с проблемой безопасности дорожного движения. На этом участке дороги много транспорта, но не все водители придерживались безопасного скоростного режима. Ограничить скорость автомобилей, которые носятся здесь, как угорелые. Просто вот ограничить нужно. И буквально, я не знаю, 20 километров, 10 километров, чтобы потихонечку ехали. Потому что автобусы стоят по разным сторонам, машины стоят везде. И дети перебегают дорогу, они не смотрят никуда, просто никуда. Они просто бегут, они не знают, что им нужно в автобус или в машину, или еще куда-то. И для этого мы и попросили, чтобы сделали хотя бы какое-то ограничение скорости. Я считаю, вот это будет просто замечательно. Отлично. И я считаю, все сработало просто замечательно. И депутат молодец. Спасибо. Да, спасибо большое. Обращение граждан к своему депутату, как видим, не осталось без ответа. Были приняты действенные меры. Искусственная неровность установлена около бассейна «Дельфин». Стараюсь чаще общаться с жителями, для того, чтобы знать проблемы и решать их вопросы. Мы совместно с главой города Александром Борисовичем Берсеневым обсудили этот вопрос. И решили вопрос. Установили искусственную поверхность в Славянске. Вот люди сейчас смотрят, довольны все. Приемную депутата Славянского районного совета Максима Панова приходят люди, чтобы найти сочувствие и поддержку. Нередко они хлопочут не за себя, а за своих знакомых, соседей. Двери в приемных наших депутатов широко открыты для славянцев. Депутаты хорошо понимают, добиться процветания города и района, благополучия граждан можно только объединив усилия всех заинтересованных структур. И без обращений славянцев этой цели не добиться. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».